Опасность в том, что, так сказать, это надежда, что все разрешится, что самим не надо действовать, что самим уже как бы не надо проявлять решительность, проявлять мудрость, проявлять умение, что, как это уже в анекдотах, там пойди и все, так сказать, все сделает. Там пойдет, там попытается что-то делать, но, во-первых, надо, так сказать, и самим делать. Иногда и мы грешим вслед за другими не очень, так сказать, ну, не, что ли, не очень скрупулезным выполнением собственных обязательств. От этого тоже надо уходить. Но, с другой стороны, можем оправдать себя тем, что, ну, как это, с этими волками жить, приходится, так сказать, иногда им подвывать в похожем стиле. Поэтому это все понятно, но, тем не менее, и это, собственно говоря, мне кажется, является одной из задач России, и выдвинуть именно эту идею. Возвращение к традициям, так сказать, протестантской этики в международных отношениях, которая является не только протестантской, она, так сказать, пронизывает и современное православие, и во многом характерна для нерадикального ислама, то есть для современных религий, на основе этой этики, а отнюдь не, так сказать, обрядов, которые зачастую как бы являются необязательными. Современная, так сказать, религия, мне кажется, найдет новое место в мире.